социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал на территории нашего района. Всего в 4-м квартале запланировано 87 мероприятий. Из них культурно-досуговых 62 и 25 спортивных. По месяцам мероприятия распределились следующим образом. В октябре 27, в ноябре 27 и в декабре 33 мероприятия. Увеличение количества мероприятий в декабре связано, соответственно, с предновогодним праздничным периодом. Остановлюсь на наиболее крупных мероприятиях с точки зрения охвата людей. В октябре это два больших фестиваля в творческом центре Москворечья. Молодежный фестиваль «220 верст» и хоровой фестиваль «Недаром помнит вся Россия».